Добрый день, меня зовут Лариса Анатольевна. У меня была проблема вследствие неправильного лечения, был заболевание верхних зубов. И мне пришлось сделать операцию по вживлению имплантов в верхнюю челюсть. Обратилась в клинику, мне сделали диагностику и назначили день операции. Операцию сделали быстро. Главное еще, когда работает ортопед с вами. Макет челюсти он подкорректировал так, чтобы удобно было общаться и жевать. Выражаю большую благодарность за работу.